2308 плейлистов создано на моем канале на день 9 августа 2024 года. И эту информацию предоставил сам YouTube, что, конечно, хорошо, потому что посчитать такое количество плейлистов уже практически невозможно на этом канале, да, на моем канале. И вообще на любых каналах такое количество плейлистов не посчитаешь самостоятельно. Но дело в том, что сейчас это и не нужно делать, потому что есть агрегатор на YouTube, который обрабатывает данные и выдает уже готовую информацию о количестве созданных плейлистов. Причем делает это весьма оперативно, избавляя тем самым от ненужных хлопот, сберегая время и сохраняя нервы. Это самое главное. Врачи же говорят всегда, что нервные клетки не восстанавливаются. Поэтому этот агрегатор весьма полезен. Остается только использовать эти данные, эту информацию себе во благо, что я сейчас и делаю, снимая этот видеоролик. Да? Спасибо YouTube за заботу.